Всем привет, я Инга, рад, что ты заглянул на мой канал. И сегодня у нас с тобой такой вкусный мукбанг. Будем кушать салат. Помидоры, огурцы, винегрет мой любимый, картошка, пюре и рыбные котлетки. Так, я подождала, чтобы не остыли. Чтобы ничего не обжечь. Очень долго ждала, на самом деле. Ну, не то, чтобы как бы я ждала, чтобы они остыли. Я пыталась собраться к видео. Потому что меня прям трясет от злости и ненависти. Утро началось шикарно. Офигенская погода. Солнышко, блин. Впервые за неделю или за две. То, что это время была угрюмая погода. Пью наркосик. Лазю в ТикТоке. И тут моей маме звонит там знакомая, и выясняется, что вчера какой-то неадекватный человек искал меня. Рассказывал какую-то фигню про себя. Вот это кому-то интересно. Пытается найти мою маму, меня. Ну, типа, понятно, что у нас город маленький. Кто-то да знает. Тем более, у меня раньше много знакомых было. Как бы... Все равно знает. Я не знаю, зачем он это делает, но меня это прям так взбесило. Очень. Это очень наглый такой, знаете, заход в личное пространство. Если тебе сказали, нет, не лезь. Но это реально очень стрёмно и жестко. Тем более, вы знаете, как я отношусь к общению, к людям, вот это вот, меня прям сот. Человек мне пишет просто везде. В комментариях, в ТикТоке, в Ютубе. Но в Ютубе я, вот знаете, отвечаю почти всем. Сообщения, смайлик, там, лайк. То есть всем. В ТикТоке я... Там первый час-два вот после того, как я выложила видео. Но это же ничего не значит. Если бы что-то хотел человек, он бы тебе ответил там в личных сообщениях, в Инстаграме, все такое. Но тебе не отвечают. Куда ты лезешь, я вообще понять не могу. Я сейчас пытаюсь быть спокойной, но мне прям... прям прибить охота кого-нибудь. Мне человек писал, и месяц назад, я приеду в твой город, давай увидимся. Я говорю, нет. Типа, покажи мне город. Я говорю, нет, не хочу. Давай, брат мой, сделай тебе татуху. Нет, не хочу. Потом мать его писала. Я по фоткам пробила. Знаете, таких людей надо знать в лицо. Врагов. Ну, не врагов, но неадекватных. Она мне тоже какую-то хрень писала. Типа, как живется с новым парнем? Я такая, вот, что вообще происходит? Потом она писала. Купила билет. Что-то там. Они все дураки. Я вообще не понимаю. Как будто есть какой-то вот мир, в котором живу я. А у них какой-то другой мир. И что-то происходит, и я как будто не в курсе, что происходит в другом мире.
Я понятия не имею, зачем он это делает. Чего он добивается. Вряд ли кто-то будет улыбаться, типа, ага, все нормально. Меня прям отталкивают такие люди еще сильнее. И я вот специально снимаю такое видео, потому что я знаю, что этот человек смотрит моему банке. Пусть смотрит. Потом, я просто не знаю, как работает блокировка. Но пока видео оставлю, ну, в смысле, его пока блокировать не буду. А потом заблокирую. Я не знаю, если я его заблокирую сразу, он увидит это видео или нет. Вряд ли на него что-то дойдет. Потому что явно человек... Что-то у него с проблемы какие-то. Короче, дурили. Картофан сильно остыл. Короче, его буду везде блокировать. Не знаю, поможет это нет. Но я буду это делать. Если... Ну, всегда можно создать еще аккаунт, правильно? Я буду тоже банить. И таким неадекватным лучше вообще теперь не отвечать. Если он даже кого-то чушь напишет, типа, не знаю, они, видимо, как-то по-другому расценивают, потому что им просто кто-то ответил. Короче, очень меня это расстроило. Очень. Знаете, всегда понятно, легко судить ситуацию, когда ты в ней не находишься. Ну, то есть, ну типа, что такого случилось, ничего страшного. Меня это очень прям жестко. И правда, понятия не имею, что в голове, блин. Ладно. У нас, кстати, третий день подряд воду вырубают. Там что-то ремонтируют. И вот холодную воду утром вырубают, вечером включают. Мы воду успели набрать, поэтому пюрешка есть. Думала, ее опять не будет. Они вчера еще воду пустили. У нас как... Ну, вот там, где гофру меняли, вот эта вот вода как ржавая полилась. Я такая, о-о-о. Ну, типа, сегодня приходила сантехник, сказала, это нормально. Просто давление там, что-то выбило. Вообще, мне, кстати, вчера почему-то Сбер звонил. В 6 часов, все. Так поздно. Они вроде не работают в это время. А еще в ТикТоке видела, что там что-то случилось вчера со Сбером тоже. Вот как недавно там с WhatsApp, Telegram, что-то еще. А, Фейсбуком.
там, где мы сижем, типа, никто не мог зайти. И, типа, со Сбером что-то такое же было. Может, они и звонили, поэтому... Непонятно. Только что у меня есть цена. Спасибо тебе большое за просмотр, за внимание. Счастливо!